такая вот собака. Вообще не ест. Не... Вообще не ест. И даже... Там, кстати, солнышко. Это не знали где. Только сейчас собираются. Пиво можно там будет в воде держать. Камень в карманы, как брелок. А я там эти камни... Чуть помедленнее. Ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю! Эй, сестричка, давить! Ха! Еще одну, да? У нас 9. Да, у нас А тебе идет? Багажник. Да, классно. У нас место освободилось. Хорошо смотришь. Можем еще кого-то взять обратно. Корову с собой возьмете. Нет, тогда ты в салон пойдешь. Красоты. Корову в салон не получится просто. Угу. Целуюсь. Вылезала. Внематочность. О, парк юрского периода. Да что? Там все гениально, как обычно. Супер. Thank you.
Бычара. Это корова, вы. Бычара. Бычара. Это у нее там 104 торчат. А давайте у них молоко на пиво поменяем. Девчонки, айда, махнемся не глядя. Мы вам сиську пива, а вы нам... Даю куда-то кровь. А не просто даю куда-то кровь. Нет, не даю. Видел, как. В деревне бабки отваляют. Да и не хочу. И они вот закрытыми глазами жуют. Нет, когда лежит, не может. Не может. Кстати, тут... Это уже можно доить, нормально. Девочка созрела. Земфирочка созрела. Пусть будет. Это же ребенок. Так это как раз в багажник можно. Кстати, поменьше. Если расчлененочку забыть. Резиновая поместим. Чик. А вот это то, что мы едим, это сзади стоит. Живым весом продавайте. Или мертвым. Девчонки, налетайте, кому почка. Да. Тело, какой у него удар с руки. Правда такое, серьезно. Сам что это? Кал? Маленький. А, моча? Господи, какой... Вау, секси бэйби. Нет, все. Клипчик снять. Красиво. Да тут везде, смотри, красота. Не, не, там именно высокая площадка. На туалет. Ебануться можно. Я даже со своего балкона видел полную радугу, короче, круг. Я же испугался, я такого зрелища не видел никогда. После грозы... На каком это? Точки еще. Реально, зрелище на слабонервно. Сфоткал на слайд, я еще был маленький. Да, я тоже так думаю. Эй, я не думаю, я хочу, чтобы было готово. Не путует. Ты Лара Дугана? Да, она. Честно, она? Давай, Лара, где фотоаппарат? Сейчас минус один, минус два. Что, в речку спать? Смотри, ко мне. Бабулька. Тёлочки. Привет, тёлочка. Алекс, блин, что ты за водитель, не подсигналишь тёлкам? Давайте их снимем. А, Маша будет снимать. О, кантри. Музыка как раз для коров. Коровы. Йо-йо-йо. Йо. Америка. Да, дедушка. А, дедушка не, уже давно не ковбой. Да. О, смотри, она говорит. И тут кирпич. Ему не надо поднимать.